Привет, ребята, мы на канале Кити и друзья. Сегодня мы едем на слоника кататься. Класс! Мы поедем смотреть на шоу слонов и кататься на больших слонах. Да. Когда... Мы уже приехали. Мы приехали, да. И это здесь у нас Айсланд Сафари. Тут у нас должны быть слоники. Пойдем посмотрим, сколько стоит. И когда шоу? Пойдем. Мама, я дядя. Егорь был на выходе. Мам, да? Я дядя Егорь был на выходе. Дала 5. Класс. А ты написал? Какой смешной. Фонтанчик классный, да. Смотри, какой классный фонтанчик. А здесь, смотри, еще один фонтанчик какой-то. Хочу. Смотри, какой красивый фонтанчик тоже, да? Тут, оказывается, есть еще шоу обезьянок. И сейчас мы пойдем смотреть на обезьянок, потому знаете, что шоу слоников только что закончилось. Надо подождать. Сейчас будет шоу обезьянок. Пойдем. Знаете что? Да. Сюда подружка моя будет идти. Сюда твоя подружка? Смотри, да, вот тут такая площадка для обезьянок. Пойдем там, может, сядем, зайчик, вот там наверху. Вот там где-то гуляют слоники. Миша тоже хочет покататься так на слониках, да? Да. Ты будешь кататься? Да. Вон они, видишь, как пошли слоники? Вот еще один слоник идет. Я его вижу. Катает так на своей спинке людей. И большие там коврики. Слоники, да, коврики. А вот тут мы сейчас будем смотреть шоу обезьянок. Парень здоровается. Вот так вот обезьянки кокосики чистят. Смотри, как они чистят. Укатывает кокосики. А там не натишили. Опа! Вот так вот обезьянки скидывают кокосы с пальм. О, смотри, видишь, полезла наверх? Вон она наверх полезла. Оп, так вот. Вот, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот так. Молодец, обезьянка такая, да? Так. Опа! Ой, какая молодец обезьянка! Всем банджа! Спортсмен, обезьянка спортсмен. Last time, what? Okay, thank you, bravo! А, смотри, будет кататься. Смотри, Катя. Катается на велосипедике. Когда крутишь педали? Как, ножками. Ну, как и ты. Видишь, у нее же есть тоже ножки. Как научилась? Как научилась? Натренировали ее. Какая молодец обезьянка. Поехала, да? О, сейчас будет бросать мячик. Сетку, да? Да. Сама? Сама, конечно. Ой, какие зубы у нее. Вот это зубище.
А, экземпляры будут развязывать. Вот, они развязывают ее. Ну, просто показывают, как обезьянки умеют развязывать узлы. Видишь, какие молодцы обезьянки. Умеют развязывать узелки. Вау! Okay, thank you, Gab, thank you so much. Так, мы уже посмотрели шоу обезьянок, сейчас мы пойдем смотреть на слоников, да? На шоу слоников, да, пойдем. Смотри, какие милые слоники, смотри. Хорошо, бросай. Давайте. Да, давайте, кормите. А, так, вот слоник кушает, здорово. Катюша, иди корми слоника. Ты дала ему? Сейчас, держите еще. Держите еще. Давайте. Мама, нам давай по одному. Я тоже хочу покормить. Ай, класс, бананчик дай. Катюша, дайте бананчик. Здорово, слоник кушает. Вот какой у него хобот. Давай. Мама, какой слоник. Ам-ам-ам. Вот, так, слоник кушает. Ням-ням, слоник. Ням-ням. Еще Катюша, да. Ой, какой красивый. Тоже, да. Привет, слоник. Привет. Привет. Ам-ам-ам. Класс. Все, мама, все бананы. Вот и второй слоник тоже хочет кушать. Ни одного не осталось банан. Второй слоник остался. Давайте второму, а то он голодный. Он бедный голодный. Да. Давайте. Иди, стоп. Все хотят, все хотят, все хотят. Меня не хотят. Ой, какой молодец слоник. Мы кушаем для слоников. Танцуем, да, Катруся? Да. Танцы. Катя после шоу обезьянок? Да. Танцевать по обезьяне? Нет? Нет? Да? Когда же уже придут наши слоники? Когда же они придут? Обнимаю. Good morning, one man. Вот так он, видишь, нам покивал. Good morning, Malin. Good morning, Malin. Какой милый слоник. Вот так вот он нам кланяется, слоник. Да. Еще кушать. Ой, смотри. Класс, ничего себе, это они как делают. Вот это класс. Ой, как он улыбается. Ой, какой хороший слоник. Песка наелся. На гармошке играет. Ай, класс, играет на гармошке. А что теперь они будут? Футбол. Футбол со слонами. А тут отдыхает уже. Забил слоник гол. Он его щипает. Смотрите. Сейчас он будет по нему топтаться. О!
Смотрите, он его целует за ножку. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Массаж слоном. Ой. Ой. Смотри, у нее чмокает в ножку. Вот здесь вот сажают на слоны. А дальше они едут. Смотрите, так вот садиться надо, а потом они пойдут кататься. Ну что, Катюша, ты будешь кататься? Ты уверена? Не страшно? Ну договорились, сейчас мама пойдет заплатить денежку тогда. Катюш, не пойдем? Нет, не хочешь? Катюша передумала и не хочет кататься на слонах. Они пошли катать каких-то других людей. Мы, может, как-нибудь в другой раз покатаемся, да, Дотя? Слоники такие большие, на них так садиться надо и кататься. Вот, смотрите, какие слоники. Вот, пошли катать людей, видите? Мы как-нибудь в другой раз покатаемся. Да, Дотя? Угу. Хорошо. Ну, давай, пошли тогда домой. Ой. Никита, тебе понравилось шоу слоников? Он спать уже хочет. Никитка уже спать и хочет. Ну, сейчас мы поедем, значит, домой, Никитка будет спать.